Бюджет Башкортостана за 8 месяцев исполнен с профицитом в более чем 34 миллиарда рублей. Доходов почти 158 миллиардов, расходов 123,5, сообщили в республиканском Минфине. Объем поступлений в казну вырос по сравнению с тем же периодом 2017 на 27%. Затраты увеличились на 10,5%. Рост налоговых и неналоговых доходов превысил 30%. Наибольшую динамику демонстрирует налог на прибыль организаций более чем в 1,5 раза. НДФЛ и налоги на имущество плюс около 12,5% на совокупный доход почти на 11,5%. Поступления акцизов, напротив, снизились на 2,5%. В структуре расходов традиционно превалирует социальная составляющая. На различные выплаты населению и субсидии бюджетным организациям направили 3/4 общего объема затрат.